Сегодня, в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, жители Славянского района присоединились к всероссийской акции «Гудки Победы». Помимо этого, юные жители Славянского района приняли участие в акции «Голубь мира». Яркими мелками ребята на асфальте рисовали голубей. Также во всех храмах Славянского благочиния в 12 часов дня раздался колокольный звон в память о погибших защитниках Родины. Присоединился к этой акции и храм Александра Невского в поселке Совхозном.